Татьяна Загальская. Это именно заслуга Трампа, что США ушли из Афганистана. А Байден лишь продолжил. Ну да, в общем, это потеряло смысл присутствия американских войск в Афганистане. И Трамп попробовал и довольно успешно договориться с Талибаном, договориться с дьяволом. Это очень сложный регион. Значит, в 18-м, в 19 веке, там в 19 веке там две войны англичане вели. Там соединялось, распадалось, там такое бурление. В свое время Афганистан выполнял роль такую, знаете, как сейчас Ближний Восток. Такой ключ ко всем мировым процессам. Концентрация. Там столкнулись интересы в 19 веке Великобритании, России, там, Турции, ну, многих стран. Это были ворота в Индию. Британская империя пыталась сохранить свое влияние в Индии, а, соответственно, Российская империя ослабить влияние Британии, в том числе и в Индии. Вот этот узел, в котором англичане довольно успешно, британцы довольно успешно применяли вот этот принцип, разделяя властвуй. И в конце концов он дал, ну, поразительные результаты. Там вообще ничего стабильного быть не может. Там эти союзы возникали, распадались. Там в какой-то момент там были примерно 4-5 равных по силе группировок, которые конкурировали друг с другом. Сейчас то же самое. В общем, какая-то степень стабильности возможна, но вот она возможна усилиями экстремистов, Талибана. Вот что воспринималось, особенно вот эти их антикультурные активные мероприятия, когда они памятники взрывали, этот символический взрыв Будды в скале. Вот это американцы пытались остановить, ну, в том числе это. Кроме там еще варварства, как в Судане, в Восточной Африке. Реакция ведь на варварство в основном, на массовые убийства, этнические чистки. Там и здесь. Американцы очень разумно поступают, уходя из этого региона, где сделать... Это самая длинная война, там, не помню, 18 лет, что ли, ей война, которую ввели Соединенные Штаты, ну, не огромными усилиями, но формально это было состояние войны. Ну... Нашли в себе силы остановить этот процесс и вывести войска, образовавшийся вакуум пытается, так сказать, занять Россия, но это, понимаете, больше похоже не на приобретение, а на такую ловушку. Я думаю, что это один из мотивов ухода американцев из Афганистана был оставить эту ловушку для России.
жадные чекисты, подбирают все ненужное, что оставляют американцы. Боюсь, что они клюнут на эту блесну. Посмотрим.